Рядом с египетским городом Луксор археологи обнаружили древнюю гробницу ювелира. Золотых дел мастер по имени Амин-Нимхат жил более 3000 лет назад, во время правления 18-й династии фараонов. Открыта новая гробница времен 18-й династии. Там захоронен ювелир, который жил в 15 веке до нашей эры, в середине правления этой династии. Позади меня статуя владельца гробницы, его жены и одного из их сыновей. Археологи также нашли различные погребальные принадлежности, погребальные маски, древние мумии и саркофаги. Кроме того, на месте раскопок обнаружили украшения и статуи. Ранее ученые нашли в Египте захоронение судьи, а шведские археологи обнаружили 12 древних кладбищ, возраст которых почти 3500 лет. Правительство Египта надеется, что новые находки привлекут больше иностранных путешественников. Их поток снизился 6 лет назад после протестов, переросших в революцию. Повлияли и террористические атаки. Между тем, доходы в туристической отрасли Египта выросли на 170% за первые 7 месяцев этого года, составив 3,5 миллиарда долларов.